материал, который сегодня... И этого клуба очень много. Давайте мы с этим клубом вас и оставим. Заодно проанализируйте расстановку мадридского Реала. Определенная дополнительная свобода появляется у Эдена Азара, за спиной у которого сразу тройка. С подтрибунного помещения, обратите внимание на название этого соревнования, это зеленый кубок. Разумеется, общая фотография здесь на память обязательно нужна. Третий, и это, конечно же, неудача, в Лиге чемпионов в 1/8, да, обыграв Аякс на выезде 2-1. И он сейчас дает стартовый свисток арбитр. И слух, что им за ним очень пристально следит Бавария. Удар поворотом и еще один удар поворотом. 1-0 должно быть, но как-то, во-первых, было положение вне игры, во-вторых, как-то странно ударил по мячу Пеллегрини. Ну и арбитра делает передачу в штрафную площадь. Не очень аккуратно его партнер принял мяч. Но Бензема сам бьет. И здесь еще один удар. И снова сумасшедший момент. Но и снова, как и в ситуации с Пеллегрини. Ран. Переводит мяч налево. Бензема классно его обработал. И тут же попытался найти впереди. Наверное, каждый день взвеш. Ну да. Там еще есть всевозможная пропорция, да? Мышцы, жир. Ротти. Под правую мяч убирает и подает штрафную очень высоко. Мяч перелетает всех. С длинными передачами пока. И вот Перотти смещается в середину. А пас идет направо. Удар поворотом и перекладина. Вот еще один момент. Бодрое начало. Действительно, и Перотти, оказавшись на позиции центрального полузащитника, великолепный перестанным футболистом. И всерьез начал играть в футбол. Писала пресса в возрасте около 12 лет. Варию, по крайней мере, баварцы за ним следят. Снова Карвахаль. Вот он уже поиграл в Бундеслиге, с него хватит. Это Начо Дженгиза Индер. Именно от Начо только что Индер убегал по правому флангу. А теперь Эден Азар, который пока никак себя не проявлял, получает мяч и получает тут же по ногам. И в штрафную пошла передача, но там один только Джеко. А вот подбор опять за Ромой. Какой удар! Классный слет он наносит сейчас Диего Перотти и заставляет вступить в игру Тибо Куртуа. Тибо Куртуа, который выступил. Чем подождал подключение Карвахаля. Тот поперек. В свободную зону, кстати говоря, опорники не среагировали. Дальний удар. Рядом со штангой. Ну, монеты набираются потихонечку, да. Они, может быть, и возникают неожиданно. Но, тем не менее, действует как будто бы, ну, вот Варан, умеющий такие передачи раздавать, делает перевод на левый фланг. Диагональ, но Марселу вынужден... Очень хороший пас из глубины у Модрича получился. Марсело в штрафной площади убирает и... Марсело в штрафной площади убирает и бьет поворотом 1-0. Вот так легко разбавились сейчас Александро Флоренцо, что даже невозможно поверить, что это один из капитанов Ромы. Но вот капитан Реала Марсело сделал все, чтобы в этом матче опасные моменты превратились в забитые мячи. Причем довольно красивый, но пас Модрича из глубины, это, конечно... потрясающе. Ну, кстати, в этой схеме... Снова поперек. Но неплохо в опорную зону. Правда, здесь какой жесткий стыл и какой громкий крик Казимиру. Несмотря на все ошибки, хотя у Пола Лопеса есть прекрасное качество, он великолепно играет ногами. Прострел тем временем. Перотти скидывает. Войдет в Лигу чемпионов. Вот тогда он, скорее всего, перейдет в Реал. Атака Ромы. Удар поворотом. И снова Куртуа. Вариант для усиления средней линии у мадридского Реала. Но, согласись, тоже не опорный полузащитник. Тоже не опорный полузащитник, вообще так, дефицит на этот. Здесь вроде как Зидану обещал привести Погба. Заньола уже в штрафной площади, но здесь Эдер Милитао. Выбить мяч в аут, видимо, Марсело. Передача, наверное, предполагалась снова на Флоренцо. Подача, выпрыгивают и Флоренцо, и Перотти, и мяч. Мячки Ромы закатывали глаза, там даже гифка есть специальная в Твиттере. Вот такие трансферы. Я... просматривает. С Риверплейт, это в Аргентине. Туда именно отправился легендарный для Ромы футболист. Удар поворотом. И это Карим. И не хватает какого-то одного хода, чтобы все пришло в движение. Были такие истории и раньше. Агенты тоже старались. А что касается перехода в Арсенал, то некоторые недоброжелатели скажут, что... Подача. Джеку не выпрыгивает, потому что есть другой футболист, который прыгает, и это Федерико Фасио. И еще один угловой назначает арбитр. Слева. Сейчас опять справа. И посмотрите, как здорово Заньола уходит от подката и врывается в штрафную. Передача отличная, надо забивать 1-1.
Прекрасный пас. Прекрасный пас. И паузу выдержал. Здорово занял. Он видел бегущего из глубины партнера. И так на широком... шаге, подстроившись под мяч, аккуратно катнул не только мимо ближнего защитника, но и дальнего. Все было рассчитано идеально. Браво, занял. Кстати, именно его показывают как автора гола, как будто бы. Но на самом деле его пас был шикарный. Предыдущий опасный момент, по сути дела, возник после того, как Заньола на левом фланге. Это Ундер готовит удар. И он действительно бьет. Марсело помогает играть в такой схеме Луки Модричу, который, кстати, берет на себе в том числе и обязанности Азара. Подача, удар и гол. Вот так играет Казимиро, оказывается, головой. По сути, это месть за тот жесткий подкат Заньола, да еще и гол следом забил 22-й номер Ромы, а это 14-й Реала. 2-1, зрители свистят, и оказывается, не только дальние удары, да, есть и жесткий отбор у Казимира, но еще и удар головой. И посмотри, как идеально расположился. Пришлось бежать Каларову за игроком, которого он дал. По ходу дела Джека уже полноценный центральный нападающий. Заньола меняет фланги. Регулярно Джека. Удар. Гол. Ух ты! 2-2. Вот это игра. Да, Рома тут же отвечает. За минуту буквально остается с мячом Реал. И это Вальверде. Дальше пас в центр штрафной. Не подает, он здесь рядышком для розыгрыша. На всякий случай Модрич. Подача. Высокий снова. Азара. Вот пас на Марсело был не таким удобным. Но Марсело продолжает тут развлекаться в чужой штрафной. Кажется, его стихир. Матч. Это удар поворотом. Мяч подает защитника. Еще удар Модрича. Видимо, действительно очень нужен этот футболист. Так что неустойка. Еще не самое, как дошел аж до полуфинала Лиги Европы. Но, честно говоря, этот переход, мне кажется, для... Вот с этим могут быть связаны сложности. Реал атакует дальше. Бензема в дальнюю девятку, как метил. Но Паул Лопес был и к такому повороту готов. Ромы. А Гарет Бейл разминается. Пошла подача. Удар поворотом Джеко. Но удар не точно. Состав мадридского Реала теперь выглядит следующим образом. 13 номер Тибо Курту. Очень хороший пас в направлении Ундера. Сделал его, да, и сделал его Флоренции. Прострел. Еще Флоренс так здорово мяч обработал. Было бы опасно. А тут уже Карим Бензема в штрафной. Винисиус Джуниор. Передача на Эдена Азара. Положение. Играет направо. Еще один пас. Удар поворотом. Рикошет. Вот это момент у Бензема. Мог забивать Карим. До сих пор у мадридского Реала отличались футболисты, которые ближе к обороне действуют, скорее, чем... Бейл, говорят, был очень недоволен тем, что его не отпустили в Китай. Там по цене не договорились. Зарплату-то ему предлагали как... И вот хороший пас. Винисиус, можно простреливать, что он и делает. Обманул Жезуса Ромы, потому что ни Фасио, ни Жоан Жезус никогда не были быстрыми игроками. А вот высоким футболистом, мужчиной, можно сказать. Аниме. Глядишь, так и Каримом Бензема станет, в конце концов. Ну, вот это, наверное, сейчас, не хотели сейчас, бы. Да, сейчас как-то вот болельщики Боруссии схватят. Вы все уже, кажется, окончательно и бесповоротно играть за Пари Сен-Жермен. Вот, кстати, о чем-то говорил в первом тайме. Таких футболистов действительно, может быть, стало и побольше. Тех, которые просто говорят, несмотря на действующий контракт, мы не хотим Зара применить, да? Вот еще Неймар появится. Положение. Применился в положении вне игры. Сегодня он пока... Пелегринин развернулся, и вот такой пас из глубины сделал. Очень яркий. И, видимо, у итальянцев растет действительно очень хорошее, очень яркое атакующее поколение. У Ромы есть интересные футболисты, разумеется. Флоренции, заброс в штрафную, далековато для Джеку. И выходит Гаррет Бейл, футболист, который якобы не нужен Реалу. В товарищеских матчах выходит на поле регулярно. Ну, так, за... Рома, несколько перестроившись... Да хотя на самом деле обе замены, по-моему, по позиции произошли, и как раз Рома позиции произошли, и как раз Рома тактическую схему не меняет, да, там 44-й номер. Который изо всех сил пытался остановить игрока Реала, но не удалось, и Азар с мячом, нет, Йович, простите, удар, и перед собой. Даже можно сказать, для поддержки, так вернее, своего друга, удар поворотом Абдельхака Нури. Который в Аяксе играл по 3-4. И опять Рома разгоняет свою атаку. Правда, штрафной маловато футболистов. Удар поворотом, поэтому Куртуа на месте. Вообще...
корпусе. Марсело в штрафной площади убирает и бьет поворотом. 1-0. Вот так легко расправились сейчас с Александром Флоренци, что даже невозможно поверить, что это один из капитанов Ромы. Но вот капитан Реала Марсело сделал все, чтобы в этом матче опасные моменты превратились в забитые мячи. Причем довольно красивый, но посмотрим. Подката и врывается в штрафную передачу. Отлично. Он видел бегущего из глубины партнера и так на широком шаге, подстроившись под мяч, аккуратно катнул не только мимо ближнего защитника, но и дальнего. Все было рассчитано идеально. Браво, Заньола. Кстати, именно его показывают как автора гола, как будто бы, но на самом деле он это берет на себе, в том числе и обязанности Азара. Подача, удар и месть за тот жесткий подкат Заньола, да еще и гол следом забил 22-й номер Ромы, а это 14-й Реала. 2-1, зрители свистят, и оказывается, не только дальние удары, да, есть и жесткий отбор у Казимира, но еще и удар головки. Заньола меняет фланги, регулярно Джека, удар, гол, ух ты, 2-2. Вот это игра. Да, Рома тут же...